Прислали в ремонт несколько бритв. Расскажу по ним подробнее. К бритвам сделал ремешок. Ремешок просили самый хороший. Ну, это самых таких хороших, эластичных, с правильной обработкой. Вот, будет к ним ремешок. Дальше по бритвам, значит, кое-где кое-что подчистил, кое-где подремонтировал. Ну, естественно, все три заточил. По порядку, значит, яхта в родном футлярчике. Яхта это у нас 64-го года. Вот, как я и говорил, по-любому останутся пятна, потому что глубокая коррозия. Но перешлифовывать не стал, именно вычистил вот всю грязь, которая была. Может, пара пятнышек осталась. Вот, внутри почищено все, ручка почищена, отполирована. Вот такая она, полупрозрачная, красивая. Вот, бритва очень хорошая. Именно по геометрии, по сточке, никто ею ранее не пользовался. Прекрасно заточилась. Очень хороший экземпляр в бритье, будет радовать. Вторая бритва Стис столичная. Была уже немножко подсточена. Тут видны рыски на полотне от каких-то грубых абразивов, на которых кто-то ее пытался отточить. Вот, была грязная полностью по эрлю. Ну, вот это вот все вычистил. Вот, может, опять же, немножко осталось локальных следов, но в целом все чистое. Вот, внутри вычистил, ручку вычистил, отполировал. Вот. Тоже хорошая бритва. С одним слоем изоленты получается, что яхта, что столичная. Хорошая геометрия, брить будет отлично. Вот. И третья бритва Москва, она хуже всех была. Вот. Вытянул с нее что смог, но тут особо не добиться. Сильно была сточена, сильно по коррозии. Вот это вот все вычистил, 51 год, старенькая. Вот, тут все вычистил. Сильно сточена была, обратно улыбка сильная была. Вот, но зато сохранилась полностью гравировка. Гравировка здесь большой каменный мост, как у меня на обзоре они были. Вот. Ну, такая, чисто на тренировку, скажем так. Вот, она заточилась, тоже будет брить. Вот, ну, совсем не так, как в оригинале. Сильно была сточена. Вот, ну, попросили, сделал. Все, сейчас покажу по тестам, как они проходят. И сегодня, скорее всего, все это дело будем отправлять. Так. Ну, на повседневку вам самое хорошее, что есть, это яхта. Замечательный рез у нее, замечательная сталь. Никто ее раньше не трогал, не полировал, не отжигал, не чистил. Хорошая бритва, просто по всему, видимо, хранили ее не очень правильно. Вот. Там пятнышко, здесь пятнышко. Ну, не страшно, если будете аккуратно ухаживать за ней, сушить нормально после бритья, то эти пятнышки дальше не полезут. Вот. Тут даже в одном месте почти на кромку коррозия вышла, но я это вытащил. Кромка вся полностью чистенькая, аккуратная, сыпаться не будет. Вот. Ну, по тестам. Так. Следующая бритва столичная. Ну, в принципе, все то же самое. Тут можно даже не показывать. Также точно на тестах тоже все вытащил. От пяточки до носика. Отлично проходит тесты. Она будет брить чуть-чуть агрессивнее, чем яхта. Ну, лишь самую малость. Если особого опыта нет бритья, вы даже этого не почувствуете. Бритвы покажутся почти одинаковыми. Вот. Ну, тут немножко другой размер, конечно. Чуть-чуть другая выборка. Вот. Но по резу они будут плюс-минус одинаковы. Но опять же, тут сталь одна и та же, Х05. Что на яхтах, что на столичной. Использовали одно и то же на двух разных заводах. Вот, ну, последняя Москва. Вот. Москва тоже с одним слоем заточена. Так что приправки не давим. Просто аккуратненько правим. И все. Без давления. Вот. Ну, отпал. Тут, конечно, с геометрией полная беда. Сильно ее и на пастах гоняли, и на абразивах каких-то таких. Ну, как бы проходит тесты, но не совсем уверенно. Она еще такая мягкая чуть-чуть. Когда-то ее кто-то пытался чистить, возможно, на войлоке. Вот, поэтому кромка такая, немножко пластичная, скажем так.
Вот. Но, опять же, повторюсь, для тренировок, в принципе, то, что надо. Вот. А на повседневное бритье яхта будет и столичная, тоже неплохая бритва. Все, сегодня все отправим.